четверг в Самарской области ясное небо, лишь местами небольшая облачность, без осадков. Температурный режим на прежнем уровне, плюс 26, плюс 28 днем, ночью 18-20 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 28, ночью плюс 18, юго-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, плюс 26 градусов в дневное время, ночью плюс 19. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 22 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.